Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите продолжение моей династии Ллойд, это наши застройщики. И да, у нас с вами сейчас суббота, уже почти 4 часа вечера. Филберт наш, в общем-то говоря, вместе с Альбедо и вместе с Грейс тут занимаются своими делами. У Грейс, кстати, впервые вообще за все время появилась какая-то мысль о Филберте. В частности, вот она хочет узнать его получше, поэтому я и позвала ее сюда. Да, давай немножечко поговорим с Филбертом. Вот, и я хочу, чтобы, наверное, ты ему подняла настроение и узнала получше, да. Хочется ей узнать вообще, что он чувствует, что он думает, как у него дела, как у него все продвигается вместе с его чародейством, с его волшебством. А продвигается на самом-то деле неплохо. В общем-то, у нас на данный момент вот такие вот результаты, вот такие успехи. И Филя у нас выучил заклинание новое совсем недавно. Вот, он узнал новое заклинание гневе, да, и на что наш Альбедо наш сказал: вы мудрый как ворон, поздравляю с новым заклинанием, прекрасно. Так, ну что, Грейс, ты узнала Филберта получше? Нет, ты не узнала, а что ты вскочила, расскажи. А, ты решила сесть напротив него, я тебя поняла, да, чтобы был визуальный контакт, так сказать. Да, ну, что, Филберт, я хотела тебя спросить вообще, как я тебя... Не напрягаю, а то свалилась тебе вот так вот, как снег на голову, переехала к тебе и живу уже так долго. Я, если честно, не думала, что это будет все так продолжительно. Так ты не против? Филберт у нас скажет, конечно же, что он не против. Абсолютно и совершенно не против. Пускай Грейс занимается тем, чем ей нужно. А нужно нашей Грейс познавать себя. Да, у нас, кстати, тут началась ярмарка, да? И также у нас начинается фестиваль снега, вот. И я даже не знаю, ребят, если честно, пойдем мы куда-нибудь сегодня или нет. У нас, кстати, тут на носу новогодние праздники. В частности, вот, праздник зимы и Новый год. Да, канун Нового года. Несмотря на то, что в реальной жизни у нас уже все это прошло. Ну, сегодня у нас, кстати, Рождество, 7 января. Вот, так что да. Всех хочу поздравить еще раз с прошедшими праздниками. Я надеюсь, что у вас все прошло просто замечательно. Да, и всем желаю, конечно же, отличного настроения и всего самого хорошего, доброго. Да, но у наших симов еще все это дело предстоит. Да, и я говорила, что я хочу перевести династию в новый формат, который чем-то похож на тот формат, в котором я веду Апокалипсис. Кстати... Так, давай мы с тобой, ты уже закончил кушать, закончил трапезничать, давай, пожалуйста, убрать и помыть, вот, и будем дальше практиковаться, учиться волшебству, пожалуй, вот, не знаю, допустим, проказливой магии, вот, и да, у Грейс нашей тоже много дел, как говорится, часики-то так тикают, да, то есть мы на самом-то деле не можем тут вечно рассиживаться, у нас тут метель, кстати, все метет, хоть где-то у меня тут снег, потому что у нас в городе что-то просто какое-то сплошное болото, и опа-опа, здравствуйте, здравствуйте, к нам пришла Элифия, внезапно, неожиданно, один из трех великих стражей пространства и времени к нам пожаловал. Грейс, пожалуйста, пригласи Элифию. Боже мой, это что случилось? Это что случилось, если Элифия решила к нам зайти? Мне аж даже страшно представить. Либо она просто чувствует, что мы немножко того этого, что мы немножко ленимся. Давай пригласим войти, конечно же. Вот, и спросим, что повлияло на то, что Элифия к нам решила зайти в гости. Да, пожалуйста, проходи. Да, кстати, заплатка. Привет, привет. Очень давно мы не общались с нашим заплаткой. И вообще, мне кажется, только Джером уделял ему много времени. Все остальные как-то так не особо, честно говоря. Ой, здравствуй, здравствуй, Грейс. Ничего страшного, что я тут к вам пожаловала? Да нет. Кстати, Грейс, тебе нормально? Не жарко? Может быть? Может быть, ты все-таки это как-нибудь переоденешься во что-нибудь? Я не знаю, ну, давай вот в это, например, да. Здравствуй, Грейс, здравствуйте, мистер Заплатка. Можете звать меня просто Заплатка, милая леди. Ага, угу, Заплатка, хорошо, да, здравствуйте, здравствуйте. А Филберт вообще как дома? Да, дома, что случилось? Давай спросим, что случилось-то, собственно говоря.
Итак, что у нас с Элифией? Ага, она у нас решила, видимо, осмотреть дом. Смотрит такая, да-да-да, в нормальных таких условиях мальчик живет. Только не заходите в эту комнату, пожалуйста, у нас тут небольшой срачельник. Наш неряха раскидывает одежду просто безбожным каким-то способом. Да, и у нас еще начался фестиваль романтики, обалдеть. Просто все в кучу, все в кашу. И ярмарка, и праздник снега, и, вернее, фестиваль снега, и фестиваль романтики, господи. Вот попробуй выбери вообще, куда идти. А, да, здравствуйте, Лифия, здравствуйте еще раз, давайте с вами обнимемся, что ли. Ну, да, здравствуй, здравствуй, Грейс. Итак, расскажи мне, пожалуйста, как твои дела. Может быть, вы хотите чая попить с чем-нибудь? Может быть, я могу вам что-нибудь предложить? Нет-нет, детка, спасибо. Ты лучше расскажи, как у тебя дела с твоей прокачкой? Как у тебя дела с твоей медитацией? Начала ли ты уже что-нибудь чувствовать? Ну, честно скажу, да, что-то необычное я чувствую происходит, вроде как. И вы знаете, мне кажется, что иногда будто, я не знаю, будто что-то мне хочет привидеться, я начинаю видеть что-то странное, что какое-то сияние, какой-то свет у себя в голове. Но толком никаких видений к тебе еще не приходило, правда? Не можешь ничего такого вспомнить? Вы знаете, да, нет, к сожалению, пока что ничего такого не было, но я стараюсь. Так, и она... Ага, о, это переименовали? Значит, у нас переименовали скептика в сноба, да? Потому что я точно помню, что такой черты характера у нас не было, но помню, что Элифия была скептиком. Обалдеть, это значит, у нас изменился перевод, и скептик у нас стал снобом. Кстати, у нас же Филберт вроде тоже, да? Да, он у нас сноб. Обалдеть, прикольно, конечно, прикольно. Давновато я в игру не заходила, поэтому таких тонкостей не знала, конечно. Ну, вы знаете, я стараюсь, но толком не знаю даже. Может быть, вы мне что-то посоветуете, как, может быть, мне как-то в этом быстрее продвинуться. Нет-нет, у нас Лифия сейчас скажет, что, знаешь, тебе далеко не нужно торопиться, это вообще ни в коем случае не нужно, это как раз-таки тебе помешает. Вот, я бы тебе посоветовала как раз-таки просто как можно больше уделять этому время, но ни в коем случае не насиловать себя, не заставлять делать что-то такое. Ты просто будь немножечко поспокойнее, но практиковаться тебе нужно, да. И чем быстрее ты сможешь дойти до видений, тем, я думаю, будет лучше, и мы наконец-таки сможем разобраться, кто ты такая, что с тобой происходит, и вообще, как мы можем тебе помочь. Хорошо, хорошо, я вас поняла. Может быть, я еще могу на какие-то ваши вопросы ответить? Ну, я даже не знаю, как там вообще дела у Филберта. У Филберта вроде хорошо, я как раз с ним сейчас разговаривала, и он сказал, что выучил новое заклинание, если я не ошибаюсь, гневе. В общем-то, он говорил о чем-то таком. Вот, ну, конечно, я не уверена, что он может это использовать, но думаю, что он довольно-таки хорошо продвигается в этом деле и совсем скоро уже сможет выйти на какой-то новый уровень, поэтому, да, я думаю, за это переживать вполне себе не стоит. Он парень очень способный и старательный, поэтому я думаю, что с этим все точно будет хорошо, Элифия, можете не переживать. И, может быть, я вам все-таки могу предложить чашечку кофе или еще что-нибудь такого. У нас как раз есть кофемашина. Да, знаешь, милая, нет, я думаю, что я уже прямо сейчас и пойду. Я так чисто решила заскочить к вам в гости, потому что вы уже довольно-таки давно ко мне не заходили, а я жду, переживаю, как там у вас дела. Нет-нет, на самом деле все в порядке, но спасибо, что заглянули. Да, мы будем рады вас видеть в любое время, конечно же. И я думаю, что совсем скоро мы уже с Филбертом к вам и нагрянем, как бы почему бы и нет. Ну хорошо, хорошо, я поняла тебя, хорошо, тогда не буду волноваться за этот счет. Окей. Окей, вот так вот резко неожиданно прошел у нас разговор. Так, Грейс. Нет, знаешь что, давай с бельишком своим Филберту сам будет разбираться, ничего тебе еще делать. А ты давай быстро пропылесось, и потом, вот как раз по совету Элифии, давай дуй вот сюда. Медитировать, вот, будем медитировать. Так, солнце мое, а ты куда пошел? Так, тебе, дорогой мой, ноутбук не нужен, тебе нужно заниматься магией, вот это точно, что тебе нужно.
К нам в гости сегодня ночью зашла Варга, и угадайте, куда вселился ее призрак. Давайте, раз, два, три. Конечно же, Варган. Конечно же, Варган. Просто вот кто удивлен? Мне кажется, уже никто не удивлен. Полжизни она на нем играла. Этот орган подарил ей в качестве свадебного подарка еще Джером. И, собственно, вот даже сейчас, после смерти, она развлекается вместе с этим музыкальным инструментом, поэтому да, прекрасно. Привет, Варга, я по тебе соскучилась. Что, ты хочешь принять ванну, что ли? Ну, это будет, конечно, очень забавно, но да ладно. Если хочешь, то окей. Кстати, я не знаю, у всех ли так. Я помню, жаловались, ну, ребята были в негодовании из-за того, что в апокалипсисе стало сложнее с прокачкой навыка механики, потому что и ответственности у детей. Потому что призраки перестали ломать сантехнику. Так вот, Варга только что у нас благополучно разнесла нашу раковину. Что? Что, простите? Вы что, шутите? Какой пожар? Алло. Алло, какой пожар? Где пожар? Кто устроил пожар? Это здесь? Это здесь? Варга, это ты? А что? А как? А что загорелось-то? Здесь же нечему гореть. Или это вот это вот загорелось? Господи, боже мой. Спасибо. Спасибо большое. Что еще как бы вам сказать? Да, почему бы сейчас не сгореть половине нашей хаты? Я с вами полностью согласна. Боже мой, пожалуйста, ребята. Нет. Вот, боже, как меня бесит эта пыль, вы бы только знали. Вы даже себе представить не можете, как меня бесит эта пыль. Почему они постоянно ее нюхают? Вы сейчас сами сгорите, вы в курсе? О, да. Филберт, ты молодец. Прямо в голову, Грейс, я согласна. Это просто... Это идеальнейшая тактика. Я полностью тебя, конечно, в этом поддерживаю, мой дорогой, да. Ой, просто потрясающе. Нет слов, одни эмоции. Спасибо. Большое спасибо. Это утро началось просто прекрасно. Да, я не знаю, наверное, это у нас сушилка получается, да, потому что это у нас стиральная машина, как я полагаю, а это, да, это у нас сушилка загорелась, все понятно. Ну что, давай, дорогая, мы помоем полы, что ли? Кстати, ты хочешь смотреть на звезды с Филбертом? Ничего себе. Да, кстати, я заметила, что у Грейс начали появляться желания по поводу Филберта. Это интересно. Это интересно, ничего не скажешь? Ладно, окей, опасность миновала, слава богу. В общем-то, да, призраки теперь ломают, судя по всему, снова сантехнику. Вот, я не знаю, ну давай починишь, ты же мужчина, Филберт. Давай, сделай хоть что-нибудь полезное в этом доме. Пожар потушен, постарайтесь быть аккуратнее в следующий раз, хорошо? А к нам пожарные пришли? А где? А где? А как? А кто? Я ни разу в жизни не видела пожарных. Мне так было интересно всегда, потому что они никогда к нам не приходили. А тут что? Пожарные появились? Я не вижу никого. Я не вижу никого, или они не успели до нас доехать, мы сами совсем справились. Так, собаки, все в порядке. Вы можете уже перестать паниковать. Да, у нас все стало хорошо. Слушайте, жалко, жалко. Ну, я хотя бы на иконке увидела пожарных, а так, да, кто это? Мэтью Сейлор. Я не знаю, кто это, но ходит этот персонаж весьма забавно, конечно. Да, в общем-то, как я уже говорила, утро у нас начинается с веселья, утро у нас начинается с пожаров и с мысли о том, что мы хотим посмотреть с Филбертом на звезды. Это интересно. Так, нравится фитнес? Я не знаю, нравится ли Филе фитнес, честно вам скажу. Мне так кажется, что не очень. Вот, он им как бы занимается, исходя из того, что ему надо фигуру поправить. Ну, я не знаю. Ну, давайте. Ну, ладно, пускай он любит фитнес. Кстати, у нас тут не слишком горячо. У нас тут, кстати, я боюсь, что из-за термостата счета как придут. Как придут счета, ну, слава богу, пока счетов нет, то есть сегодня воскресенье, завтра должны прийти счета. Ох, как я боюсь, что нам за вот эту вот штучку накрутят. Ох, как я этого боюсь, честно вам скажу, ребята. Не знаю, тогда будем мы бедные, наверное. Так, какой мяч? Какой мяч? Ты с ума сошел?
Успокойся, пожалуйста, иди спать, потому что тебе же целый день прокачиваться сегодня опять, Филберт. Думаешь, так легко и просто все? Ты думаешь, так просто жить на свете? Нет, дорогой мой, особенно тебе, честное слово, ребят, мы это поубираем. Вот он проснется, и мы это обязательно поубираем, даже не думайте. Мама, привет. Моя ж ты дорогая. Кто еще позаботится об этом ребенке, об этом неряшливом ребенке, как не мама? Господи, боже мой, Варга, ты не перестаешь меня удивлять. Что за женщина? Что за женщина? Просто скажите мне, пожалуйста. Она идеальна. Она просто идеальна. Так, а ты у нас, ты уже покушала, да? Отлично. Давай тогда убирай за собой. Вот, все замечательно у Грейс, в принципе, она тоже могла бы, наверное, доспать. А, ты взяла и кинула, да? Ну, давайте, точно, здесь же можно пользоваться рукой Бога. Я уже, знаете, после апокалипсиса привыкла, что все нельзя. Все нельзя. Так, и тогда, я не знаю, можешь, например, собрать весь урожай, сюда сходить. Вот, он у нас растет каждый день. Я еще до сих пор не продала, кстати, тот, который Хьюберт у нас насобирал ночью благополучно. Поэтому я думаю, что сейчас я этим и займусь, в принципе. Вот. И да, будем снова заниматься нашими повседневными делами. Да, кстати, Грейс у нас снова занимается медитацией, конечно же, но сейчас у нее не очень-то все хорошо получается. И да, она у нас наконец-таки начала левитировать. Вот, оказывается, это приходит с 5-го уровня навыка здорового образа жизни. Я думала, что это появляется, когда навык чуть повыше, но оказывается нет. И, наверное, вы уже могли видеть, в общем-то говоря, то, что произошло у нас предыдущей ночью, когда Грейс опять-таки у нас занималась медитацией. А произошло долгожданное событие, ей пришло одно видение, вернее, даже, знаете, такой обрывок, совсем маленький, малюсенький кусочек видения, но, тем не менее, это довольно-таки важное событие. Это то, о чем ей говорила Эльфи, это то, чего она так ждала, и чего я лично ждала, чего мы все вместе с вами ждали. Наконец-таки что-то начало зарождаться, что-то начало появляться. Правда, пока что Грейс вообще ничего не поняла. Она, знаете, в таком состоянии даже вообще не уверена, что это было. Было ли это видение, или это так. Может быть, она там приснула просто во время своей этой медитации. Вот, и сейчас она у нас просто хочет, знаете, досидеться снова до этого момента, словить снова какое-то воспоминание, возможно, какой-то кусочек каких-то событий, и, возможно, если снова ей что-то привидится, причудится, и если в этом снова будут участвовать те самые личности, которых уже она видела. Так, давай, пожалуйста, учиться волшебству, дорогой мой. Вот, давай, вперед. Тоже зря не теряй времени, вот так вот в своей красивой пижамке. Можешь прямо начинать. Да, в общем-то, если Грейс у нас снова словит вот это вот видение, то я думаю, конечно же, она у нас этим поделится и с Филбертом, и с Элифией. Пока что она ни одному, ни второму ничего не говорила, потому что, ну, просто-напросто она не уверена вообще, что это было. Она как-то, знаете, так немножечко испугалась, немножечко вообще не поняла, что случилось. Вот, поэтому сейчас она у нас снова будет продолжать ловить дзен. Да, и посмотрим, что у нас из этого получится. Ну, а Филберта я хочу все-таки до эксперта дотянуть. Уж не знаю, как это у него выйдет сегодня или не выйдет. Но, по крайней мере, будем стараться. Да, и пока что, конечно, совершенно рано говорить. Я-то вам по секрету скажу, что на самом-то деле Грейс уже На самом-то деле уже пришло к ней видение, да, вот, и что-то там было совершенно странное, что-то совершенно непонятное, вот. Пока что, конечно, раскрывать я все карты не буду, но я думаю, что вы сами, в принципе, все увидите. И да, совсем скоро потихонечку этот пазл будет для нас открываться, и мы вместе с Грейс будем собирать по кусочкам какие-то воспоминания, отрывки каких-то событий и разбираться, что вообще происходит на самом-то деле. Филберт у нас уже немножечко напряженный на самом-то деле, потому что он уже подустал. Вот, ничего нового у него не получается. Вот нам постоянно пишет, что мы уже знаем все, что только можно для нашего уровня. И, конечно же, это его немного расстраивает, и на самом-то деле даже, можно сказать, не немного,
но ему осталось совсем чуть-чуть. Ему осталось совсем-совсем чуть-чуть до эксперта. Мы тут уже, у нас и заряд был довольно-таки высокий, вот. Ну, хорошо, что у Филберта куплена перка, благодаря которой этот заряд можно снимать, да. Поэтому я думаю, вот еще чуть-чуть, родной мой, потерпи. И мы наконец-таки достигнем того, чего мы так долго хотели. По крайней мере, я очень долго этого хотела. Грейс у нас, кстати... О, вот оно! Филберт, чародей, эксперт! Е-е-е, ребята! Отлично, отлично! Наконец-то мы эксперты, можете нас с этим поздравить. Вот, нам осталось достигнуть знатока и потом уже виртуоза, и все. Представляете, и Филберт наш будет просто невероятно крут. Он и сейчас у нас, конечно, ничего такой парень, но будет вообще просто красота. И у нас есть 2 очка таланта, да? Давайте подумаем, что можно ему прикупить. Так как мы светлые маги, то мы можем прокачивать вот эту ветку, вот эту ветку, вот эта ветка. Ну, понятное дело, она для нас закрыта, потому что она алхимическая. Вот это тоже нам все можно прокачивать. Давайте посмотрим, что это тут. Вот так вот, значит, возьмем ему освоение освоенного и спектральный охват. Вот. Окей. Окей, вот такие у нас получаются перки. Да, вот так вот у нас уже прокачан наш Филя. Прекрасно, прекрасно. Я думаю, что такое дело вполне себе можно было бы отметить. Вернее, да, хорош уже заниматься. Я думаю, на сегодня хватит, дорогой мой. Я, в принципе, тобой довольна. Да, Грейс у нас умница. Она у нас достигла на минуточку уже 7 уровня в своем навыке здорового образа жизни. Вот, поэтому... Реально умница, я ей очень сильно горжусь. Так, пожалуйста, успокаивающе гладить. Давай успокаивающе погладишь Нори, вот. И стресс твой просто как рукой снимет. И я думаю, что можно было бы, в принципе, выбраться куда-нибудь, может быть. Или уже слишком поздно. Я вот думаю, знаете, просто у нас сейчас забабахать какие-нибудь вкусняшечки и вместе с Грейс посмотреть какой-нибудь фильмец вот тут вот. Или все-таки куда-нибудь выбраться. Или все-таки лучше выбраться в другой день. Даже не знаю, у нас, в принципе, праздник зимы скоро. Да, тут еще фестиваль света. На фестиваль было бы неплохо сходить. Ладно, давайте мы тогда немножечко расслабимся. Вот, Грейс чуть нам поможет с уборкой, а мы с Филбертом приготовим какую-нибудь вкусняшечку. Так, но мы остановились на... чипсах, вот, чипсы с соусом, давай, для семьи, вот, проведем вечер у телека, вот, я надеюсь, что это будет хорошо, уютно, так, тут, кстати, тоже потом надо будет быстро пропылесосить, тут у нас уже мистер сидит, да, и на вот этом этаже, конечно же, тоже, ой-ой-ой-ой-ой, как все плохо стало, да, сейчас нам надо будет это все, конечно же, прибрать, а то не дело, конечно же, особенно... Должна быть чистота у нас в нашем склепе. Это даже не обсуждается. Так, Филберт, ну ты давай сделай вкусняшечку. Я знаю, ты умеешь, потому что ты сын своего отца. А отец у нас был кулинар, дай боже. Вот, поэтому давай, приготовь вкусняшечку. Даже ничего не знаю. Вот, Грейс должно понравиться. Отблагодари ее за то, что она поддерживает дом твой в чистоте. Да, и вообще за то, что она такая у нас прекрасная девушка. Вот, Грейс должна быть счастлива. У нас, кстати, тут случилось кое-что. У нашей Айки было большое желание влюбиться в кого-нибудь. И, конечно же, тут у нас подвернулся Нори очень удачно. Вот, поэтому, да, тут была любовь. Так, и мистер, давай, пожалуйста, ты только переоденься. Давай я тебя сама переодену. Гардероб, сменить наряд на что-нибудь. Да, у Филберта большой гардероб, кстати. Вот, ну что-нибудь такое домашнее, что-нибудь вот такое, например. Да, и все, спускайся вниз, вот такой. Вот такой он у меня весь в зелененьком. Вот, с распущенными волосами. Ну точно, домашний сим, домосед. Как бы да, сразу видно. Сим своего симовода, короче, что еще сказать. Все, и иди сюда, садись, вот, сесть и включай. А что мы включим? Смотреть канал. Давай посмотрим какую-нибудь, я не знаю, комедию. Ну, романтические, я даже не знаю. Передачу про камины. Теплом цифрового пламени.
Ну давай, нет, передача про камины, не знаю, наверное, не надо. Давайте вот комедию включим, да, прям по классике жанра пойдем. Вот, так, и ты давай, Грейс, тоже, кстати, я тебя давай переодену. Она у нас в таком спортивном этом нарядике. Вот, давай переоденься в свое вот это. И садись, садись вместе с Филькой. А нет, не садись, иди сюда, бери вот это вот, взять порцию, вот, и потом у нас садись, получается, да. Садитесь, дорогие мои, будете смотреть фильмец. Я надеюсь, что он окажется у нас хорошим. Вот. Да, вы, мои дорогие, заслужили немножечко отдохнуть, немножечко полениться, потому что... Ой, дети мои, они у меня только и делают, что прокачиваются. Скажите, что за симобот такой достался, боже мой. Это ж просто невозможно. Ну, я скажу сразу, я забочусь об их будущем и ничего более, ничего менее. Ну что, ребята, мы тут потиху занимаемся изучением волшебства. Грейс у нас занимается изучением себя. И во время нашей медитации Грейс вспоминает все приятные моменты, которые они пережили с Нори. Ничего себе, какая милота. И я хотела показать свою просто огромнейшую радость. К нам впервые за все время, что я играю в династию, пришел процентный доход. Аллилуйя, я уже, если честно, думала, что это уже проблема в сохранении, что у нас, в принципе, никогда не придут наши денежки, которые нам положены, но нет. Вот, пришел наш процентный доход, 8 тысяч, итого у нас на данный момент 170 тысяч почти с половинкой, вот, что, в принципе, очень даже хорошо. К нам пришли счета на сколько там? Пришли, по-моему, на 12 тысяч, вот, ну, в принципе, это не проблема. Еще учитывая то, что каждый день мы собираем тут урожай, который плюс-минус на 10 тысяч выходит 7 миллионов, то вообще в этом нету никакой проблемы. Ну и да, ребят, наконец-то это работает, и нам пришел наш процентный доход. Ой, вы не представляете, как я рада, потому что я уже думала, ну все, собственно, все, остаемся без денежек, да. Но нет, все, наконец-то это все заработало, все починилось, да. Поэтому я думаю, Грейс, в принципе, может сейчас, кстати, вот что-то как-то очень быстро начало все у нас загрязняться, потому что мы буквально пылесосили сегодня этот этаж. Вот с утра Филберт пылесосил, что-то странное происходит. Грейс может потом у нас собрать весь урожай, пожалуй, что. Вот. И, наверное, ей, наверное, пускай она оплатит счета. Да, и, кстати, как вы можете заметить, у них обоих тут в закрепленных мыслях друг от друга. Это вообще, наверное, первый раз, когда Филберт хоть о ком-то да подумал, потому что он у меня такой, ну, совсем, знаете, сим, который вообще ни о ком не думает. Он о чем-то, знаете, вечно на какой-то своей волне, о чем-то своем беспокоится, но... Тут он у нас уже решил посмотреть на звезды. Так, у нас выучил заклинание послушания. Просто прекрасно. Ты у меня просто молодец. И я бы, наверное, хотела, чтобы он у меня, возможно, позанимался... Ну, во-первых, да, позанимался магией. Я бы хотела, чтобы он у нас в волшебный мир скатался. Вот прям в ближайшее время, да. И, в общем-то, после того разговора, который у них состоялся с Грейс, когда вот они вместе телек смотрели, то вы помните, наверное, Грейс предложила нашему Филберту, почему бы нам когда-нибудь не посмотреть на звезды. Сейчас это, конечно, невозможно, потому что на улице снег.
Вот, и в этом состоянии как бы персонажи не могут смотреть на звезды. Да, как вы можете заметить, вот, потому что тут у нас снежок, но будем считать, знаете, что зимнее небо, снег, как бы ничего толком не видно, вот. Ну и, в общем-то, наш Филберт подумал, действительно, а почему бы и нет? Почему бы и не посмотреть на звезды в будущем как-нибудь с Грейс, да, было бы вполне неплохо. Ну а Грейс тем самым временем хочет рассмешить уже нашего Филберта, и она достигает восьмого образа, ой, восьмого навыка здорового образа жизни, кстати. Грейс у нас молодец. Мне кажется, я не знаю, это может быть или нет, но вроде как медитация никак не влияет на потребности, но вот даже сравнить с Филбертом, да, вот Грейс чувствует себя просто потрясающе. Вот у нее целый день такое ощущение, что потребности просто заморожены, они вообще никак не падают, и как бы все. У Филберта с этим делом как-то более нормально. Так, здравствуйте. Здравствуйте, молодой человек. Я вижу, что вы надвигаетесь к нам. А не поздновато ли для гостей? Как бы у нас 12 часов ночи, нет? Вы так не считаете? Нет. Знаете. Опа, опа, упал, отжался. Отлично, просто потрясающе. Спортсмен, спортсмен, я поняла. В общем-то, вот такие вот у нас дела происходят. Да, Грейс, кстати, давай уже, наверное, хватит, потому что ты достигла восьмого уровня, ты у меня умничка. Я думаю, что на этой неделе Грейс у нас закроет вообще свой здоровый образ жизни, потому что она очень хорошо идет, и в день она смело закрывает по колбочке. Вот, у Филберта, конечно, все не так радужно, ну хотя, в принципе, тоже как более-менее нормально продвигается. Он у нас тоже очень сильно старается. Вот, так что это все, конечно же, останется, не останется, вернее, незамеченным. Это все очень сильно пригодится. Так, а, я теперь поняла, почему он пришел. Все, это до меня дошло. Это я. А почему он вампир? А, я вспомнила, почему он вампир, потому что он, это супруг девушки, если вы помните, с которой дружила наша Варга, да, которая вампиресса, вот. И она влюбилась в этого мужчину, когда он уже был в таком, скажем так, в расцвете сил. Вот, и по итогу стал обращенным вампиром. Да, теперь понятно, почему вы решили к нам заглянуть в гости. Но давайте-ка это. Давайте-ка без шалости, пожалуйста, да? Договорились с вами? Договорились? Я очень надеюсь, что мы с вами договорились. Так, Грейс у нас собирает урожай. В принципе, я не знаю, вот как можно класть Сима спать, если у него даже вот на серединке нет уже желания поспать. Вот, она просто прекрасно себя чувствует. Так, и вампиры уходят. Прекрасно. Спасибо большое. Ну, я надеюсь, вы не надвигаетесь к нашей Грейс, а? Пожалуйста, скажите, что вы как бы просто уходите. Молодой человек, скажите, что вы просто уходите, да, что вы не будете никого кусать, что вы не будете брать пример с Морган Ваторе, да. Я бы не советовала вам этого делать, просто потому что, по крайней мере, знаете, это как минимум некрасиво. Но нет, он нас покидает, и это очень хорошо. Это меня очень сильно радует. Айка и Нори у нас тут тем временем общаются. Так, а куда ушел мой прекрасный молодой человек? Мой прекрасный молодой человек решил вдруг внезапно заняться развитием умственных способностей. Ты ж мой хороший. Ты, конечно, это молодец, вот, но я думаю, что сейчас тебе этим не надо заниматься. Давай, перестань. Перестань, все, не надо, не надо. Это место обитания нашей Грейс, тут тебе, дорогой мой, делать нечего. Я думаю, что, в принципе, уже учитывая то, что почти 2 часа ночи, то я думаю, что Филберт может просто спокойно пойти поспать, а завтра как бы выдвинемся в волшебный мир. Так, Грейс у нас собрала урожай. Окей, Грейс, ты молодец. Сейчас она заплатит по счетам. И я продам наш урожай. Вот, да, у нас остается 158 тысяч. Да, ну ничего страшного. Ничего страшного. Мы за счет урожая быстренько все нащелкаем, поэтому, да, рассказать историю, боже, какая милота. Грейс, знаешь, давай-ка я тебя, наверное, тоже отправлю поспать, хотя. Может быть, ты все-таки пойдешь помедитируешь? Давай, вот пока ночь, тихо, глухо, да? Давай вот ты действительно пойдешь помедитируешь, пока у тебя есть силы, в принципе, почему бы и нет? Я думаю, что Грейс настолько заинтересована у нас вот этими вот кусочками, обрывками, которые к ней приходят, да? Какими-то недоведениями, что она сейчас у нас просто
вылазить не будет вот с этого домика на дереве и будет постоянно практиковаться в медитации, будет как-то пытаться снова поймать ту самую волну, да, которая ей даст ей те самые видения. Вот. Ну, а Филберт уже немножечко того. Немножечко он у меня выдохся, да. Хотя вроде как я должна была ему покупать наградные черты характера, такие же, как и Грейс. Вот у него динамичные есть. И что еще? Сова. Ну, сова это понятно. А насчет питания у него ничего нету, кстати. А у Грейс динамичная. У Грейс, кстати, намного вообще меньше черт характера дополнительных, ежели у Филберта, но тем не менее Филберт вот как-то быстрее выдыхается у меня. Это, конечно, очень интересно. Вот. Ну и что ж, я думаю, будем сейчас вместе с Грейс что-то пытаться увидеть снова, да, возможно, у нас это получится, возможно, и нет. Обещать ничего я в этом плане, конечно, не могу, но будем смотреть, будем на посмотреть, как говорится. И доброе утро вторника. У нас тем временем неожиданно постарел наш Нори сегодня ночью. Да, уже стал стареньким песиком. Вот наш дорогой прекрасный Нори. Айка пока что у нас взрослая, вроде как. Не остарела у нас, и, если честно, я не знаю, как скоро это случится. Вот, но тем временем Нори уже второй раз у нас, получается, становится пожилым, потому что в первый раз я откатила ему возраст с помощью вкусняшечки, вот. Но сейчас я уже, наверное, это делать не буду. Вот, будем считать, что Нори у нас тоже воспользовался таким шансом хранения времени, да, вот, и вернул себе на какое-то время свою молодость. Но, тем не менее, наверное, пускай все идет уже своим чередом, и пускай уже будет как будет. Да, тем временем наша Грейс хочет себе приготовить кофе. Да, к ней снова пришло, как вы уже, наверное, заметили, видение. Сейчас она у нас такая вся возбужденная, просто вообще. Завтра подарки, в ожидании открытия подарков, да. Она у нас думает о том, что завтра у нас уже Рождество. Она у нас еще, конечно, очень сильно возбуждена из-за того, что ей снова привиделось то, что она увидела, собственно говоря, то, что увидели и вы. И это были снова те же самые персонажи. Это, хотя она не знает, никто она вообще, ни что это, никак. Она не понимает, что это было за видение, но ее очень радует тот факт, что она снова это увидела. И, конечно же, она решила, что сегодня как раз-таки тот день, когда она обязательно уже в этот раз расскажет об этом. И Филберту, и Эльфии, конечно же, поскольку вот как раз-таки сегодня мы собирались в мир магии махнуть, да, я думаю, что Грейс у нас скажет Филберту обо всем, что случилось, попросит отправиться вместе с ним, конечно же, он у нас ей не откажет. Так, у тебя все отлично, да, любовь, как там, любовь в воздухе, прекрасно просто. Так, ну а для начала я бы хотела, чтобы вы, наверное, поели, и надо было бы прибраться в доме. Что ты тут сидишь, дорогой мой? А, ты уже покушал. Отлично, давай тогда убрать и помыть. Вот, и потом за собакой поухаживаешь, что-то не то с нашим псом. Надо будет спросить, что не так, что случилось с нашим дорогим Нори.
Вот, и даже думаю, можно будет, наверное, сходить с ним погулять, вот, на недолгую прогулку отправиться. Почему бы и нет? Айка чувствует себя вроде как хорошо, и это прекрасно, да. Айка у нас тоже завтракает, трапезничает, все прекрасно. А что это вы у меня такие оба возбужденные? Прямо посмотрите на них. Обалдеть. Так, и, кстати, да, Грейс, давай с тобой соберем весь урожай, да, потому что денежки нам нужны. Вот, денежки всегда нужны, да, потому что все-таки мы никто попало, мы династия застройщиков, да, я об этом ни в коем случае не забываю, я об этом помню, и думаю, что, конечно же, у нас еще впереди ожидает наше событие в виде строительства, возможно, даже за это поколение мы с вами сможем построить два участка, но тут уже будем смотреть. Посмотрим, как оно получится, но мне кажется, что это было бы вполне себе неплохо. Но пока что мы разбираемся с тем, что есть. Да, переоденьтесь, пожалуйста, а то как-то негоже в пижаме. Все-таки, знаешь, не лето на улице. Давай, дорогой мой, сходи погуляй с собакой. Я думаю, что пора. Пора, а то давно у нас уже Нори не гулял. Вот так вот прям полноценно. Да, хозяин вечно весь в делах, весь занятой. Кстати, да, учитывая то, что мы светлые маги, и из практической магии нам доступно заклинание цветения, то вот, я вспомнила, что у нас есть еще один альтернативный вариант, как мы можем прокачивать, в общем-то говоря, наше волшебство. Потому что мы можем использовать заклинание цветения на растениях, вот, и в таком случае они у нас автоматически поливаются и вот избавляются от сорняков, да, и делается это, видите, смотрите, как Филберт радуется, боже мой, красота, и как вы можете заметить, делается это прям по одному растению, то есть тут можно, знаете, наколдоваться просто по полной программе, заколдоваться можно чуть не до смерти, вот, поэтому, да. Если вы, например, не хотите, чтобы ваш Сим вот так вот там целый день стоял, размахивал палочкой, то можете отправить его в сад. И, в принципе, он тоже будет полдня размахивать палочкой, но, скажем так, еще и с пользой для вашего сада. Вот, и вот эта вот шкала, смотрите, мне кажется, что она прям бодренько так растет. Да, правда, заряд у нас быстро повышается, но это ничего страшного, потому что мы его сейчас можем просто хоба взять и снять, да? Кейлайдия Грота. А мы хотим зачать ребенка. Серьезно? Как думаешь, стоит? Слушайте, Дия у нас уже вообще-то старенькая. Дети, цветы, жизнь, такие решения вы должны принимать сами. Ну, давайте мы ответим, такие решения вы должны принимать сами. Надо принимать решение самостоятельно, но это слишком сложно. Тетя Дия, мне кажется, что надо как-нибудь с этим уже успокоиться. Заплатка, привет. Вот, потому что я вообще не знаю, какие дети, если Дия у нас уже старенькая. Так, нет, давай сначала. Или нет, можем пока что еще походить с таким зарядом, да? Его же не должно сейчас молнией шандарахнуть, я надеюсь. Я очень сильно на это надеюсь. Но смотрите, когда применяешь заклинание, заряд довольно-таки быстренько растет. Опа, здравствуйте. А, ты нам сейчас помогать, что ли, собрался, да? Или что ты будешь у нас делать? Мы, если что, тут и сами вроде как справляемся. О, ой, ой, спокойно, спокойно, спокойно. Успокойся, пожалуйста. Так, я надеюсь, ты растения тут не угрохаешь. Все, я тебя поняла. Давай снимем с тобой заряд. Потому что что-то мне не понравилось, как у него тут все сработало. Давай снять заряд, пожалуйста. И это, успокойся. Так, растение у нас, походу, пропало. Да, просто прекрасно. Просто прекрасно, ладно. Хорошо, буду знать, если что. Ну, в принципе, оно и логично, да, что волшебство может и в плохую сторону как бы оборачиваться. Вот, ну, да. Давай еще по цветениям с тобой немножечко, да? Отлично, отлично. Кира Венера, здравствуйте. Филберт, спасибо за совет. Патриция, Меркурий и я отлично провели время. Ага, да. Ну, Патриция у нас вообще девчонка классная. Мы сами с ней не прочь как бы хорошо время провести, если уж на то пошло. И да, кстати, это первый раз вообще за очень-очень долгое время, точно первый раз за зиму, когда у нас растения в принципе требуют хоть какого-то ухода. Меня это, если честно, просто безумно радует.
Прямо же, знаете, вообще безумно рада, что в игру зашла, и процентный доход пришел. И растения, и за растениями надо ухаживать, да, то есть они не какие-то там пластмассовые, как бы, то есть все работает, как и должно быть. Заплатка у нас просто в шоке, думает, боже мой, колдовство, колдовство, как же так, как же так, а как же я, а что же мне теперь делать? Ты можешь нам вот с этим помочь? Ну, или вот так, конечно. А вот с этой штукой, он, кстати, сейчас у нас просто тут все гахнет. Все просто нам сделает, что оно само поухаживается. Поэтому давай, Филя, быстрее, пока ты можешь. Колдуй, баба, колдуй, дед. Вот, кстати, Грейс, чем ты у меня занимаешься? Ты особо ничем не занимаешься, да? А может быть, нам где-то надо пропылесосить? Я вот так думаю. Да. Надо нам пропылесосить. Вот здесь, в частности, давай идеально пропылесосить. Так, а ты уже... Наверное, хватит. Наверное, хватит тебе колдовать. Ты можешь заряд снять? Нет, заряд восстанавливается. Понятно, понятно. Ну, хорошо. В принципе, смотрите, быстренько, как до половинки догнали. То есть, можно вот так вот спокойно вот этим всем заниматься. Я думаю, все будет отлично. Так, Филберт, ну что, давай тогда с тобой подойдем сюда. Вот, что ты у меня тут сделаешь. Я хочу, чтобы ты у меня... Наверное, так, во-первых, надо вот это убрать, да, убрать одежду, вот. Давай, придешь сюда, крикнешь Грейс, что ты уже собираешься, в общем-то, в мир магии. Воссоединение друзей, помощь в укреплении дружеских отношений. Прикольно, это у нас из-за того, что Кира сходила, познакомилась вместе с нашей Патрицией. Это, конечно, очень радует. Так, заплаточка, а ты убрал это растение пропавшее? Нет, не убрал. Так, а в чем проблема? В чем проблема, мой золотой персонаж? Что-то не выходит, да, что-то не получается. Так, заряженное состояние. Это, конечно, опасно. Это опасно. Сейчас Фили, конечно, колдовать не очень можно. Вот, но ничего страшного. Я надеюсь, что у нас быстро все пройдет. Так, сейчас у нас Грейс допылесосит. И я думаю, в принципе... Можем отправляться, да? Правильно? Правильно, дорогой мой? Да. Как ты себя чувствуешь? Все у тебя прекрасно, все отлично, да? Давай тогда, может быть, смотрите, как, кстати, как он с этим зарядом, да? Сразу видно заряженный персонаж, что-то там у него, что-то у него искрится, мелькает. Интересно, через сколько можно уже снять заряд? Так, не рисовать не надо. Филберт, ты у меня не художник, ты у меня писатель. Так что, да. Это еще твой талант нам еще предстоит раскрыть, конечно, пока что нам рановато этим заниматься. Наша Грейс сейчас впервые оказалась в этом месте нашего дома, да и вообще на самом-то деле, наверное, Грейс это в принципе первый человек, который ступил сюда спустя долгие, наверное, даже годы, да, я думаю, долгие годы, потому что вот в эту часть нашего дома династийного Филберт никогда не ходил. Никогда не ходил. Но сегодня, вот перед тем, как отправиться в мир магии, в общем-то говоря, Грейс сказала Филберту, что она хочет пойти еще там закончить с уборкой немножечко, там где-то может пропылесосить или что. И после этого они уже отправятся в мир магии. И Филберт так, знаете, немножечко взял ее за локоть и, в общем-то говоря, спросил, можно ли обратиться к ней с деликатной довольно-таки просьбой. Но наша Грейс, конечно же, сказала, в общем-то, спросила, что случилось. И Филберт очень сильно попросил Грейс, не могла бы ли она оказать ему услугу и, в общем-то говоря, спуститься на этот этаж, потому что вот в этот этаж вообще никто никогда у нас не спускался. И вот эта вот дверь сюда, в наш склеп, она всегда была заперта. Потому что, опять-таки, Филберт ни разу здесь не был, он ни разу сюда не ходил. Просто он не может сюда чисто морально ходить. Это для него, ну, на данный момент просто практически невозможно. Возможно, когда-нибудь, конечно, у него будут силы, и все-таки он сможет сюда спуститься и как бы поскорбеть и по родителям, и по сестре. Но на данный момент ему слишком тяжело. Особенно вот это, это, знаете, я думаю, что это никогда не заживет у Филберта. Поэтому, да, он сюда никогда не спускался. Он прекрасно понимал, что там уже, наверное, творится какой-то, в общем-то, беспорядок. И он
объяснил Ашигре ситуацию, что он чисто, ну вот просто не хватает ему сил душевных, чтобы спуститься на этот этаж, поэтому, но в то же время он прекрасно понимает, что нужно было бы там, наверное, прибраться. В общем-то, он сказал: «Грейс, держи ключ, там дверь заперта, пожалуйста, если тебе не сложно, если бы ты смогла, я был бы тебе безумно благодарен, не могла бы ты спуститься, посмотреть вообще, как там дела, все ли хорошо, и, возможно, там чуть-чуть, если нужно, прибраться». Ну, наша Грейс, как вы видите, уже давным-давно исполнила просьбу, она тут пропылесосила тщательно, сейчас здесь все чисто. И вот сейчас она у нас находится в нашем фамильном склепе. И я заметила, тут есть такая новая функция – размышлять. Давайте, наверное, Грейс немножечко изучит портреты. А, ты не можешь подойти, да? Понятно. А если просто смотреть? Просто смотреть ты можешь? Просто смотреть ты можешь, хорошо. Ну, давай тогда посмотри. Вот портрет нашего Джерома, Варги и Джулии. И как-то, знаете, я сама спустилась на этот этаж, вот для того, чтобы Грейс тут прибралась немножко. И я сама поняла, что вот как-то настолько, знаете, меня накрыла какая-то печаль. Смотрю на эти портреты и понимаю, что действительно я соскучилась по этим Симам. Я понимаю, что это было уже как бы настолько давно, но в то же время и совсем недавно. Да, Грейс у нас, наверное, сейчас смотрит на портрет Джерома и просто обалдевает от того, насколько наш Филберт Ctrl-C, Ctrl-V с папки, то есть вообще даже вот жизненная цель, да, я напомню, популярный автор, а Джером у нас как раз-таки был писателем, ну, то есть тут как бы полное совпадение. Ну, давай посмотришь на Варгу, и потом посмотрит у нас Грейс, конечно же, на Джулию. Да, и вот я думаю, когда Грейс у нас посмотрит на портрет Джулии и увидит вот это вот все, она прекрасно поймет, что вот эту композицию специально заказал Филберт, да, вот этого вот ангела. И вообще все так как-то печально, как-то, не знаю, как-то душещипательно, если это можно так назвать. Вот, конечно, наша Грейс, как вы можете заметить, так немножечко призадумалась и думает: да, конечно, бедный парень, в столь юном возрасте потерять фактически всю семью, это, конечно, просто какой-то кошмар. Да, но мы с вами прекрасно знаем, что урночка у нас тут пустая, здесь совершенно ничего нет, здесь только переработанный пепел от сожженных цветов, но никакого праха здесь нет, потому что Джулия у нас не погибала, да, и более того, она у нас до сих пор жива, да, и более того, так, что это такое? О, распроклят, узнают новые заклинания, прекрасно, ты молодец. И более того, у нашей Джулии вообще 5 детей на минуточку, и она прожила просто какую-то невероятно интересную жизнь. Да, я не скажу, что простую, конечно, но это было нечто. Это было эпично. Ну что, Грейс, давай, наверное, уже выдвигаться. Немножечко мы предались раздумьям. Давай, вот, иди сюда, и я закрою снова дверь. И вот Филберт попросит после того, как все будет закончено, конечно же, закрыть двери. Да, не знаю, ребята, как скоро он сможет. Давайте для всех, кроме Грейс, вот так вот. Не знаю, как скоро он вообще сможет сюда как-нибудь спуститься, может быть, в более осознанном возрасте, когда уже станет взрослым, например. Но пока что это непосильная ноша для него, и он просто не может. Да, ну, в общем-то, немножечко что-то как-то мы предались грустинке, а грустить на самом деле не нужно. У нас накануне, в общем-то говоря, Рождества мы с вами находимся, вот. И да, я думаю, мы, конечно же, отправимся с вами в мир магии, как и планировали, потому что нам нужно переговорить с Эльфией. Да, прекрасный мой? Конечно, сейчас отправимся. Ну что, друзья, мы с вами в мире магии, и наши Филберт и Грейс уже вот так вот прям практически нога в ногу отправляются к Эльфии, конечно же.
потому что они хотят с ней поговорить о многом. Вот, Грейс в первую очередь поделилась с Филбертом своими, в общем-то говоря, видениями, и он ей сказал, что все срочно, прямо сейчас, все, давай собирайся, одевайся быстрее, надевай свои штанишки и как бы поехали, потому что все, времени как бы больше нельзя как бы откладывать. Да, нужно срочно обо всем рассказать Элифии. Здравствуйте, здравствуйте, Элифия. У меня для вас просто потрясающие новости. О, ну ничего себе, Филберт, я смотрю, ты просто в прекрасном настроении, скажет Элифия. Расскажи, как твои дела, как ваши успехи, ребятки. Филберт у нас ответит, что у него, в принципе, все прекрасно. И да, он уже успел много чему научиться. Успешно достиг уровня эксперт и сейчас двигается к уровню знаток. Да, и постепенно узнает новые заклинания. Что ж, это очень интересно, у нас ответит Элифия. Я очень рада, если у тебя все так продвигается. Так, Грейс, ты давай, пожалуйста, тоже давай как бы иди сюда. Вот, подними настроение Элифии, например, скажи ей что-нибудь хорошее. Вот. Да, я хотела вас поблагодарить за помощь в обучении, конечно же, за то, что вы мне доверились, за то, что вы мне поверили. И у нас, на самом деле, Грейс кое-что хотела вам рассказать. Представляете, ее посетили видения. Да ладно. Ну, хорошо, хорошо, детка. И что же ты увидела? Расскажи мне, пожалуйста. Ты уверена, что это были видения? Грейс у нас сейчас, я думаю, все расскажет Эльфии. Вы знаете, да, это было очень странно, и я поначалу очень сильно испугалась, но потом я поняла, что это действительно было видение, поскольку после того, как я через несколько дней снова села медитировать, то я увидела ровно то же самое, вернее, как бы не одно и то же событие, но я увидела как будто продолжение какого-то временного промежутка, какого-то происшествия, и это было так странно, если честно. Хорошо, хорошо. И что же конкретно ты увидела? Вы знаете, это было что-то невероятно эпичное. И сначала все началось с каких-то просто ужасных, зловещих шепотов. Я не могла понять, кто со мной пытается связаться, что он пытается мне сказать. Это было очень жутко и страшно на самом деле. Но потом я увидела девушку. Это какую такую девушку? Я не знаю, ей-богу, я никогда ее раньше не видела, и я точно не могу сказать, и я не знаю, кто она, то ли она маг, то ли она вампир, я вообще не представляю. Но суть в том, что эта девушка, она была настолько сильно напугана, и она будто бы просила о помощи, и у меня создалось впечатление, будто бы она обращается именно ко мне. И вокруг нее было очень много разных голосов, и они говорили, кричали о том, что-то страшное, о том, что она ведьма, что ее следует наказать. И если честно, это все, что я запомнила, это все, что я увидела за эти два видения. Каждый раз это как будто что-то очень страшное. Я не знаю, как это трактовать. Я думала, может быть, вы мне поможете. Какая-то девушка, и она просила у тебя о помощи. У нас Элифия так задумалась, на Грейс косится. А ты точно ее никогда не видела? Нет, это абсолютно точно, я никогда ее раньше не видела. Что ж, мне надо подумать, погодите тут. Мне надо пойти немножечко обмозговать это все. А Филберт у нас действительно... чтобы еще больше прокачаться, так сказать, чтобы это все было как бы побыстрее. Я думаю, ему надо вот обратиться в первую очередь к своему непосредственно мудрецу. Это к Трою. Да, давай поднимем ему настроение. Трой, привет, привет, я очень рад тебя видеть. А, привет, Филберт, здорово, да, смотрю, у тебя отличное настроение, как там дела продвигаются? А у нас тут стоит вот этот вот молодой человек, прекрасно, забыл, как его зовут, Дарл, да? Дарл у нас стоит и говорит, между прочим, мы тут с Троем беседовали, молодой человек, если вы не заметили. Ну да, здрасте. А не переживайте, мы обязательно с вами добеседуем. Я тут как бы нахожусь, вы даже не представляете себе, сколько лет, и никуда не денусь, поэтому в любой момент мы с вами можем все обсудить, даже не переживайте. И пока что у нас вот такая вот картина маслом. У нас Филберт выпросил у Фории, в общем-то говоря, ее милости, да, чтобы она сжалилась над бедным магом и получила его проказливой магии, так
так сказать, даровала с барского плеча ему немножечко новых знаний. Вот, и она любезно рассказала о новом заклинании. Угадайте, какое? Конечно же, это заклинание Стерита. Да, ну кто бы сомневался, чему еще может научить Фурия, как бы да. Так, скрытый образ жизни в процессе. Скрытый образ жизни, ничего себе. Интересно, ребята тут у нас занимаются, практикуются. Это очень здорово. Вот Фурия у нас все объясняет, говорит, нет-нет, вы все светлые маги не так делаете. Вот я всегда говорила, что намного удобнее колдовать руками. Эти ваши палочки, их только в одно место засунуть. И все, больше никакого нормального применения им нету. Ты, пожалуйста, уменьши амплитуду, а то слишком, видишь, ты размахался тут. Понимаешь, ты быстрее своему противнику глаз выколешь, чем победишь его с помощью магии в дуэли. И никаких артефактов тебе не видать. Отлично. А сама-то с палочкой? Говорит, ладно, так уж и быть. Возьму я эту вашу палку, смотри, как надо. О, господи, как неудобно. Почему вы не колдуете руками, как нормальные люди? Ну, короче, все понятно. Вот, давай, Грейс, мы, наверное, спросим вообще, как там у нас дела. Вот, и как у нас успехи. Давай душевно поговорим с Элифией. Вот, она у нас тут ходила по всему миру магии, искала различную литературу, читала книжки. Вот, наверное, пыталась как-то понять, как это все трактовать и что вообще происходит с нашей Грейс, как объяснить ее видение. Вот, но тем не менее, я думаю, что она сейчас уже более-менее готова к разговору и сейчас что-нибудь интересное нам дорасскажет. Так, а у вас как дела? Ребята, вы еще занимаетесь? Да, отлично, просто супер, занимайтесь. Так, здравствуйте, Элифия, еще раз. Я что-то как-то, знаете, распереживалась, думаю, может быть, я вам доставила каких-то хлопот, но все-таки мне было бы очень интересно узнать все-таки, что это было и как мне понять вообще, что я видела. Нет, ты не волнуйся, мне просто, знаешь, я не была особо уверена, как тебе правильно ответить на твой вопрос, поэтому я, прежде чем говорить тебе что-либо, я хотела как бы удостовериться, что я действительно все так поняла. Да, на самом деле ничего страшного не происходит. Просто ты можешь мне описать немножечко хотя бы, если ты запомнила, конечно, как ты видела эту женщину? Может быть, ты запомнила что-то необычное? Может быть, она была в каком-то, не знаю, амплуа? Ну, в таком, знаешь, как бы неожиданном. И Грейс у нас действительно расскажет, что эта женщина, и вообще все это было так странно. Первое, что запомнилось ей очень сильно и вбилось в память, это то, что женщина у нас выглядела как бы, грубо говоря, не на наше время. То есть ее одежда, ее, не знаю, даже, возможно, прическа, ну, по большей части одежда, конечно же, они все выглядели довольно-таки не новые и не современно. То есть это как будто бы, знаете, как будто бы какая-то героиня исторического фильма, в частности про Скандинавию. Она была очень похожа на жительницу именно тех земель, именно скандинавских земель. И да, те крики, те люди, которые осуждали ее, которые кричали, что она ведьма, это действительно все было так похоже на какое-то публичное порицание или, возможно, публичный суд. Ну, в общем-то, что-то около того. Я даже не знаю, но эта девушка, она была такая печальная, понимаете, и да, я не знаю, но она как будто бы вот смотрела прямо на меня, я не знаю, как это возможно, но у меня создалось впечатление, что именно у меня она просит этой помощи, возможно ли это вообще такое, что вы думаете по этому поводу, скажите, пожалуйста, скажите хоть что-нибудь, потому что я, если честно, как-то немножко потерялась. Ну, Элифия у нас скажет, что, в принципе, хранители времени, на то они и хранители времени, потому что они связаны с временем, и они могут на самом-то деле видеть не только настоящее, но и прошлое. И если хранители времени очень сильны, а Элифия у нас подозревает, что Грейс у нас на самом деле не такая простая девушка, что на самом деле в ней очень большая сила хранится. И именно такие хранители времени, они могут видеть как раз-таки какие-либо видения из прошлого. Эльфиона скажет, что, знаешь, дорогая, я думаю, я тут как бы навряд ли смогу тебе что-то конкретное сейчас сказать или чем-то конкретным помочь.
Единственное, что я тебе могу посоветовать, это продолжить медитацию. В таком случае, я так понимаю, что видения к тебе начали возвращаться намного чаще. И я думаю, в принципе, ты сможешь в таком случае увидеть, возможно, большую часть истории, понять, что случилось с этой девушкой. Ты знаешь, я думаю, что, в принципе, возможно, тебе и не показалось, и действительно девушка могла каким-то образом обращаться как будто бы к тебе, но я не знаю, возможно, если эта девушка, она тоже какой-то очень-очень сильно оккультный персонаж, возможно, она тоже хранитель времени, и таким образом она как-то пыталась связаться хоть с кем-нибудь, и в итоге вышла на тебя через призму каких-либо измерений. Я не знаю, это вообще безумно сложно объяснить, безумно сложно как-то описать то, что я сейчас думаю. В любом случае, девочка моя, я думаю, что тебе нужно продолжать заниматься медитациями, обязательно рассказывать обо всем мне. Да, Грессона скажет, что она все, в принципе, понимает, она так и планировала. В общем-то, поблагодарит Элифию за помощь. Скажет, что обязательно она будет ей сообщать, если увидит что-то новое, что-то интересное. Да, извините, конечно, что я тут прерываю ваши суперинтересные беседы, но, госпожа Элифия, не могли бы вы меня немножечко пообучать? А то я здесь уже несколько часов хожу, не могу никак вас догнать. Ох, Грейс, как видишь, да, ладно, я все поняла, Элифия, конечно, без проблем, идите, да, молодой человек, не переживайте, я уже отпускаю Элифию, пожалуйста, можете заниматься с ней сколько хотите. Вот, большое вам спасибо. Да, Элифия, я хотел немножечко больше прокачаться, у вас тоже кое-что спросить. Да, я сейчас отвечу на все вопросы, ты меня поняла, значит, продолжаешь заниматься медитациями. Продолжаешь углубляться в свои видения и все сообщаешь мне. Поняла меня? Да, все. Я все поняла. Хорошо, спасибо. Да. Ну, конечно, нельзя сказать, что разговор был каким-то супер бесполезным. Да, все-таки кое-что мы узнали. Но я думаю, что Грейс у нас немножечко, так знаете, разочаровалась. И все-таки думает, что она могла бы узнать и побольше. И она немножечко, так знаете, начинает подозревать, возможно, Элифия что-то скрывает от нее, возможно, она о чем-то догадывается, но пока что не очень хочет об этом рассказывать. Возможно, она ждет какого-то более подходящего момента. И я вам такой небольшой дам, наверное, спойлер, что Грейс у нас правильно подозревает. На самом деле Элифия знает больше, но пока что она не может выдать всю информацию, не может и, наверное, же по большей части не хочет. Все-таки Элифия у нас женщина такая непростая, женщина мудрая, она очень уже давно живет и очень многое повидала в этом мире. И не сомневайтесь, на самом деле она очень много всего знает. Но, конечно же, все вот так вот сразу рассказывать она не хочет, потому что... Есть некая в этом опасность. Да, но а какая опасность, тут уже остается только гадать и ждать. Да, интересно, Элифия так странно отреагировала. Неужели она и вправду так мало знает? Как-то слабо верится, если честно. Ну ладно, что ж поделать, будем продолжать. Буду продолжать медитировать в таком случае. Ну, ты правильно, Грейс, не расстраивайся, все будет нормально. Да, я думаю, что Филберт у нас тут сейчас с фурией, да, колдует до какого-то определенного момента, ему уже в туалет надо, и мы будем возвращаться домой и созваниваться с Меркуриями, да, по поводу завтрашнего праздника, завтрашнего Рождества, но я думаю, что все у нас должно удастся. В общем-то, мы уже дома, и наш Филберт связался с Патрицией и спросил, как она смотрит на то, чтобы... завтрашний праздник, завтрашнее Рождество провести всем вместе в доме Меркуриев. И так, куда ты у меня собрался переодеваться? Расскажи, пожалуйста. А, создать снежного ангела. Слушай, ты прям такой веселый, я прям не могу с тебя, да? Это он поболтал с Патрицией, и все, настроение просто высший класс, надо делать снежных ангелов. Господи, боже мой, Филберт, я... Ой, дорогой ты мой Сим, ты бы знал, как я тебя обожаю. Как я тебя обожаю. Вот вы просто себе не представляете. Господи, какой потрясающий мальчик. Не могу прям на него нарадоваться. Господи, боже мой, сколько радости. Да, в общем-то, они поговорили с Патрицией.
И она сказала, что, в принципе, она не против, наоборот, будет только за, если они вместе встретят это Рождество, действительно, уже ожидает завтра их у себя дома вместе с Грейс, что, в принципе, у них все готово. Они там еще с Ником немножко сделают, ну, как это сказать, немножечко приведут дом в более парадный вид, да. Вот, и, в общем-то говоря, все будет готово. Но, конечно же, нам нужно будет еще приготовить вкусняшечек. Вот, перед тем, как идти в гости, я думаю, что Филберт у нас как настоящий профессионал в этом деле, как настоящий сын своего отца, я думаю, что он этим займется с радостью, и Грейс ему поможет в этом плане. Вот, поэтому все прекрасно. Завтра у нас должен быть довольно-таки хороший день, спокойный, я так надеюсь, должен быть какой-то уютный, семейный, вот. Ну а пока что я думаю, что буду уже заканчивать эту серию. И я благодарю вас за просмотр. Огромное спасибо за вашу поддержку, которую вы мне оказываете. Я надеюсь, что мы увидимся совсем скоро. Да, скажу вам по секрету, вторая серия Династии выйдет уже вот-вот. Так что да, ждите. Ну а пока что всем всего хорошего и пока.